Ваши галактические родственники. Матерь мира. Здравствуйте, дорогие мои любимые дети. Сегодня мне хочется поговорить с вами об удивительном феномене, который в последнее время получает все большее распространение на Земле. Речь пойдет о вашем растущем интересе к вашим галактическим братьям. Почему я назвала этот интерес феноменом? Я вижу, что сейчас этот интерес приобретает совсем другие формы и распространяется на многие сферы вашей жизни. Если раньше все, что было связано с инопланетянами, носило скорее негативный оттенок, то сейчас ваше отношение к инопланетному разуму начинает меняться. Все больше людей на Земле видят в них своих друзей, свою звездную семью и даже своих спасателей. И это чудесно, родные мои. Это означает, что ваше сознание начинает освобождаться от давних стереотипов, которые насаждались в вашем обществе рептилоидами, которым было очень невыгодно воссоединение землян со своей галактической семьей. Они понимали, какую опасность несет оно для них, поэтому и пытались посеять страх в ваших душах, внушить вам, что инопланетные расы преследуют свои чисто практические цели. На самом деле они таким образом пытались прикрыть свои собственные корыстные интересы, направляя ваше внимание на внешнего врага. И сегодня мне хочется приоткрыть вам завесу таинственности и немного подробнее рассказать вам о вашей галактической семье. Она огромна. Дорогие мои, вы даже не можете представить себе, как много родственников у вас во всей Вселенной. Они, подобно землянам, также делятся на расы, которые расселились по разным уголкам вашей галактики. Но их главным отличием друг от друга является не внешний вид, а уровень энергетики, то, в каком измерении существуют они на данный момент. В вашей галактике есть своеобразные континенты, объединяющие существ разных измерений, которые притягиваются друг к другу по вибрациям. Эти континенты представляют собой некие энергетические конгломераты, которые вбирают в себя планеты схожих плотностей. Многие из членов вашей галактической семьи уже выходили с вами на связь и подробно рассказывали о жизни на своих планетах. Мне же хочется показать вам объективную картину происходящего в данный момент. Воссоединение землян и тех инопланетных цивилизаций, кто избрал своей миссией стать вашими помощниками и проводниками в пятое измерение, в которое перемещается сейчас Земля и вы, мои дорогие. Это особая группа, в которую входят представители различных планет с высоким уровнем сознания, от пятого измерения до седьмого. Большинство из них прошло схожий с вами путь, поэтому их опыт может оказаться для вас бесценным. Возглавляет эту группу Аштар Ширан, который является не только главнокомандующим галактическим флотом, но и главным координатором их действий. Поэтому именно он чаще всего передает вам послание от Галактической Федерации Света и пытается наладить контакты с лучшими представителями землян. И мне очень хочется, родные мои, чтобы с каждым днем росли и укреплялись ваши доверительные отношения, чтобы чувствовали вы себя членами одной большой и дружной семьи. И я благословляю вас на это, нежно любящая вас, Матерь Мира, говорила с вами, приняла Марта. Вы прослушали тему «Ваши галактические родственники».